Первую свою транскрипцию он сделал соло Бенни Картера. Когда Фил пошел учиться к своему учителю Гарри, его звали Гарри Лароз, он к нему пришел, он не знал вообще, что такое музыка, он пришел просто с саксофоном, который ему дала мама, которая вытащила где-то из каморки и сказала, вот саксофон хочешь, иди занимайся. Он пришел, перед этим он позвонил к этому учителю, сказал, что ничего про музыку не знает, он пришел, и вот с нуля он его учил, этот учитель. И все, что он ему дал, примерно то, что мне Фил рассказывал, где-то через 2 года Фил уже мог играть импровизации, этот Гарри садился за фортепиано, и Фил пытался играть свои соло. Причем человек с нуля начинал играть, это не просто, что он уже был под... пришел и играющий музыкант. Это я сейчас говорю, если Фил был 31 года, ему было тогда в 41 лет 10. А уже в 46 он ездил в Нью-Йорк, потому что ему нравились записи Чарли Паркера, он ездил слушать самого Чарли Паркера именно в клубы. А с 48 года он был зачислен как студент Джулиарда по классу классического клавинета именно в Нью-Йорке, Juilliard School. И там же он потом познакомился с Бенни Картером и учился уже у него на саксофоне. Поэтому не все знают, но Фил учился у Бенни Картера как саксофонист. И гармонию, импровизацию ему преподавал Ленни Тристано. Поэтому у него есть школа. Он был прекрасный теоретик.
была уже потом, когда я пошел учиться дальше, было сольфеджио, все, я учился на фортепиано. Когда я пришел первый урок к Филу Вудзу, я пришел с саксофоном, он мне говорит, иди к фортепиано. Я говорю, я же саксофонист, он говорит, меня это ничего не волнует, иди к роялю. Я говорю, я не умею играть, он говорит, значит будешь учиться. Он говорит, ты не возьмешь инструмент до тех пор, пока ты не сыграешь два соло, которые я тебе скажу. И он достал мне два соло Чарли Паркера, который я должен был выписать в инскрипцию, которого нигде ни в одном омнибуке не было. Это была из частной коллекции Фила, он мне достал очень сложное соло. Но это я записать-то смог. Но на фортепиано играл как Телониус Монк. И второе соло у меня заставился как бы выучить, я не знаю, даже сейчас бы уже не повторил. Это было соло Бад Паула на тему вот эту. Не помню, как она называется. Забыл, как она называется. Не помню. Вот на эту тему мне надо было, это тоже было в очень быстром темпе, мне надо было именно правую руку снять полностью это соло и играть это с аккордом. Когда я Филу сказал, а ты так можешь, он говорит, окей, говори любой соло, который хочешь, я тебе принесу в следующий раз, так как я его слышу. Я ему говорил, он играл во всех тональностях одновременно. Он мог садиться за рояль, если можно было играть блюз в до, в до, диез, ре, по квартоквинтовому кругу, по хроматизму, он садился за рояль, двумя руками играл. Было очень удобно. Ну, есть такая методика, да? Или он это... Он играл на фортепиано с детства, во-первых. Он занимался так же, как и Артура Сандовал. Он прекрасный пианист. Когда он садится за фортепиано, он играет ничем не хуже, чем он играет на трубе. Это... Есть записи, где он как пианист. Я считаю, что духовику нужен рояль, барабанщику нужен, потому что такие инструменты, если вы не знаете гармонии, вы не будете играть. Вы не можете играть все по слуху. Все равно должны знать какие-то гаммы, аккорды, как обращения, которые там происходят. Вы не можете... Есть такие вещи, особенно в современном джазе, что вы на слух не сыграете. Это музыка Шорта, Херби Энкока, Джо Эндерсона. Если вы не знаете гармонии, там бесполезно. Там слух сразу подвигает. Следующий аккорд, и вы уже играете в стиле Колтрейн. Ну, заниматься так же, как и на слухе. Гаммы, этюды, чтобы у вас была техника базовая. И вы садитесь, смотрите гармонию, фактуру, аккорды, открытые, закрытые позиции. И когда вы знаете вообще инструмент как рояль, вы тогда и слышите аккорд, когда пианист играет. Во-первых, пианист – это вам дополнение, это не то, что вот он взял аккорд, и вы должны его обыграть. В идеале вы должны слушать контрабас, потому что вот это главный инструмент. Если контрабас играет неправильные ноты, вам уже сложно играть. Потому что если вы будете слушать пианиста, вы будете обыгрывать просто аккорды, у вас будут все соло одинаковые. В идеале играет контрабас, на него наслаивается тарелка барабан, а фортепиано только дополняет солиста. Пианист не должен играть впереди или как-то мешать солисту. В России чаще всего пианисты играют за всех, потому что нету школы, они не знают, что происходит. И они начинают играть и за солиста, и за басиста, и иногда мешают всем. И тогда надо поступать так, как Майлз Дэвис Хабенко. Когда тот очень много играл, говорит, еще раз так сыграешь, я просто опущу крышку во время твоего соло на твои пальцы. И тогда ты будешь играть спокойно и медленно. Это было такое, когда Хэмби рассказывал в одном из мастер-классов, что он играл с Майлсом, а Майлсу все как бы не устраивало. Он говорит, аккомпанемент не такой, и все, и соло не такие. Потом Майлс подошел к нему и сказал, еще раз ты будешь так играть, я просто закрою крышку, и мне все равно, что я тебе поломаю руки. Будешь играть как у нас Павла. Поэтому надо прислушаться. Но я вам скажу еще раз, что фортепиано это важный инструмент для любого духового музыканта. Труба, тромбон. Для ударника это тоже важно, потому что ударник же не может именно стуками думать, он думает именно нотами. Ударами он же не думает. Если вы послушаете известных барабанщиков, таких как Джак Дагдженет, они же играют мелодии на барабанах, они просто там какие-то стуки, он стучит и все. Там есть какая-то логика в этом. Если вы будете это разбирать, там есть мелодии. То самое, когда вы играете на саксофоне, вы слышите полностью весь звукоряд. Если вы взяли аккорд, вы слышите, что это за аккорд. Вы уже знаете, как он звучит, вы знаете, что и как происходит. И пианист, когда аккомпанирует вам, он также слышит, если он грамотный пианист с опытом, он знает, как ему аккомпанировать. Правда, если вы играете в третьей октаве, пианист не должен играть в третьей октаве. Будет сливаться, будет какофония. И пианист не должен в балладах играть сверху, особенно любят обыгрывать. Он Григорий Файн любит в последнее время, типа Оскар Питерсон. И мы с ним постоянно на эту тему спорим. Я говорю, вы можете играть вот спокойно, вот посередине, не надо уходить ни вправо, не доигрывать, там что-то пытаться сыграть мою фразу на полтона выше.
ситуация, это мелодическая музыка. А для саксофона ничего такого нет. Фил Вудс написал сонату в трех частях для саксофона. Ее записал Виктор Морозко. Это было, по-моему, в 60-м году. Он ее записал. Фил считал, что это считалось как бы лучшее исполнение, потому что никто больше и не брался это делать. А он просто сделал такой эксперимент. Он когда заканчивал Джулиард, попросили, чтобы он написал классический концерт. Ну вот он написал сонату в трех частях. Не знаю, как бы, она тоже интересна, в чем написано, что есть мелодия, а есть... Фил просто сделал упрощенный вариант для джазовых музыкантов. Он сделал дуэт для фортепиано и саксофона. Написана мелодия первая часть, чуть-чуть вторая, в третьей, в четвертой уже гармонии ставят, вы будете играть свою импровизацию. Главное, что в конце есть еще какая-то часть, и вы сходите. И получается какой-то новый концерт. У меня эти ноты есть, но я, если честно, не брался еще играть эту сонату. Хотя ее многие уже переиграли, уже и студенты, я знаю, и здесь, и в Европе, и итальянцы, и японцы играют. Она в YouTube есть, если вы напишете Фил Вудс соната, вы найдете там тысячи исполнений. Фил Вудс играл до последнего, кстати, очень хорошо. Последний его концерт был буквально за 2 недели до смерти. И он же мне написал как раз, когда он приехал в Питтсбург, он мне написал, что... Ты знаешь, я подумал, вот сегодня я играю концерт «Broad with Strings», это у него были аранжировки именно проекта Чарли Паркера со струнами. Он говорит, я подумываю, что я, наверное, сегодня сообщу все-таки публике, что я больше выступать не буду на сцене, потому что... Мне это уже все надоело, я устал, у меня просто нет сил. Я 70 лет отдал вот музыке, у меня больше нет сил. И Питтсбург это хороший город для лебединой песни. Я сообщу, что я выступать не буду. Но я думал, что это он так просто написал. Бывало, иногда он писал какие-то вещи. Человек уже все-таки за 80 лет, бывает такое, что неудачный день, он напишет, что... Но он сдержал свое слово. Я потом через 2 дня в новостях увидел... что написали, что Фил Вудс перед последней вещью сообщил публике, что он сейчас играет последнюю песню, если вы хотите, можете снять на телефон, я обычно бы не разрешал это делать, можете снять, потому что больше вы меня нигде никогда уже не услышите, я больше выступать не буду. И вот это был его последний концерт, я не знаю, ли его записывали, скорее всего нет, не знаю, нету записи такой. И он вернулся домой, и буквально через 4 дня он лег в больницу, у него отказали ноги. И буквально за 8 часов до смерти он мне прислал смс, который у меня до сих пор хранится. Он мне написал, что я не хочу больше быть никому в тягость, я устал так жить, я не могу жить 15 лет с аппаратом, который дает мне воздух. Он же спал и ездил везде, у него была маска. Он и выступал с ней тоже. Вот это была одна из проблем, что многие промоутеры не хотели его приглашать, потому что он выходил, у него стоял этот аппарат, который... Он дышал через него, и он называл «It's my amplifier». Он шутил так. И он садился, играл сидя, у него так вот маска была, и у него в нос вставлялись трубки, и он играл вот таким образом. И многие промоутеры говорили, что это не очень здорово выглядит эстетически, и уже это никому не надо, никому не интересно. И как бы вот это ему давало такой толчок, что уже надо было уйти со сцены. Он вообще... Уже чувствовал себя не очень хорошо, может быть, лет за 12 до этого. Потому что у него был когда-то саксофон Selmer Mark VI. И он играл, ему было тяжело дуть. У него начиналась тогда астма. И он не мог уже особенно играть. И он уже тогда отказывался от кое-каких выступлений. И тут ему зашел пианист, его сосед Вик Донни. Он тоже умер год назад от рака. Молодой пианист, 50 лет. Он был тогда эндорсмент фирмы Yamaha, он говорит, Фил, может быть, тебе попробовать Yamaha? Он говорит, я уже не смогу ни на чем играть, потому что ну, невозможно. В общем, его уговорили, и приехала, я видел эти фотографии, которые его сын мне присылал, Фила сын. Приехал парень с 20 саксофонами Yamaha, разные там были, лакированные, не лакированные. Я сейчас не помню, на каком он уже в конце играл, это в интернете все есть. И в конце он из этих 20 саксофонов взял один саксофон и заиграл. И после этого ему жена с кухни кричит, Фил, я так понимаю, выход на пенсию отменяется? Еще лет 10 ты поработаешь? И после этого ему дома перебрали полностью саксофон, как он хотел, поставили телезонаторы, подушки, там, сделали тот инструмент, который он хотел из него. И он еще вот играл до последнего дня на этом инструменте. Я пробовал этот инструмент, он мне его давал, очень удобный.
Я когда давал Филу свой, он говорил, Сельмер это удобный, хороший инструмент, но я на нем играть уже не могу. А в Ямаху вздували, и она как-то летела сразу. Но это был интересный инструмент. Я после этого пробовал другие инструменты, они так не звучали. Видно, это все-таки сделали, постарались под него. Но у него был Майер Моштук пятый, Майер Нью-Йорк, который ему подарил когда-то Оливер Нельсон. И он с того времени играл на этом Моштуке. Вот этим... не менял его, да? Ничего не менял, никаких рефейсов не делал. И занимался со мной как бы базой, потому что я уже был как бы подготовленный музыкант. Я пришел, ему надо было только следить, он мне говорил какие-то произведения, которые он хочет, чтобы я играл, чтобы я знал гармонии. И то он мне говорил, что ты играешь какие-то баллады или ты играешь какие-то вещи, учи слова к мелодии. Он говорит, гармония это гармония, но ты должен понимать смысл, что ты играешь. Понятно, если ты играешь там Morning или ты играешь Giant Steps, там нет никакой логики в словах. Но когда ты играешь такие песни, как Lover Man, Body and Soul, Skylark, там есть мелодия.
Началось с контрабаса. Далее Чанакова. Контрабасе. В России это, наверное, феномен. Это первая женщина, которая была. Есть, но я знаю, что есть, но это не то. Снять это одно, сыграть это другое. За роялем Игорь Надежда. Мы уже играем на протяжении, ну, с перерывами, но знакомы с 94 года. Он когда-то жил в Израиле, и мы играли на протяжении, наверное, 10 лет вместе, да? Мучились друг друга на протяжении 10 лет. За ударными Александр Зингер.